Ну что, ребята, привет! Вы помните меня, я мистер Чор. И так как приближается Новый год, мы бы хотели со всей братвой поздравить вас с Новым годом. И я, как самый главный, как Дон Корлеоне, поздравлю вас с Новым годом. Ребята, не смеяться там. Поздравлю вас первым с Новым годом. Значит так, ребята, это был очень сложный год. Мы все постарели на один год. И, ну, мы, самое главное, все остались друзьями. Поэтому я вам в следующем году желаю всем найти своих друзей, у кого их нету. Ну а кого они есть, оставайтесь друзьями. Помогайте друг другу, берегите друг друга и будьте счастливы. Ну а следующее слово я предоставляю своему братишке Цыпленку. Встречай! С наступающим Новым годом! Я буду как президент говорить речь. Не знаю, что говорить. Желаю вам здоровья, счастья, любви, удачи. И где мои друзья? Пусть помогут мне сказать. Да мы уже по очереди будем говорить. Цыпленок, ну давай, не теряйся. Ты же самый крутой. Еще хотела пожелать... Ёлку повалила. Ну, всего хорошего. Все, спасибо вам, ребята. Следующий у нас кто? Божья коровка. Божья коровка, давай. Вы все с Новым годом, вы смотрите красивые елочки, которые мы вместе народили. Я не хочу вас обижать, так что всем пока. До свидания. Пока. Ну а следующую речь толкнет мой братишки Рекс. Пожалуйста, браток. Году я вам желаю счастья, здоровья, чтобы вы никогда не болели и чтобы ваше желание в Новом году сбылось. Все, спасибо, браток. Ну и в заключении речь скажет предновогоднюю наша сестренка Барашек. Встречаем ее. В этом наступающем 2023 году я вам желаю, чтобы никто никогда не болел и чтобы все было обалденно. Так что с новым наступающим 2023 годом! Спасибо, сестренка. Да не за что. И на этом наше видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал Устин ТВ, чтобы ничего не пропустить. С Новым годом!